Добрый день, друзья! Сегодня прошиваем Nokia N8. Это RM596. Мы уже прошивали такую модель программой Phoenix в мертвом режиме. Сегодня будем прошивать программой же Phoenix, но в рабочем режиме. Ибо телефон рабочий, но просто глючит. Так что весь процесс покажу. Что нам для этого нужно? Это программа Phoenix установленная. Ссылочки будут все под видео. Скачанная прошивка для своего RAM-а. Это все я покажу. Ну, заряженная батарейка хотя бы на 50% и хороший USB шнур. Рабочие порты на телефоне и на компьютере. Итак, поехали. Итак, программа Phoenix у нас уже установлена. Вы также установите эту программу. Вместе с установкой этой программы устанавливаются все необходимые драйвера. И теперь нужно скачать прошивку. Она должна находиться вот по такому пути. Она скачивается в .exe формате, просто запускаете .exe-шник, и он сам устанавливается туда, куда нужно. На всякий случай вот такой путь. С этим проблем возникнуть не должно. Теперь запускаем наш Phoenix, лучше от имени администратора. И теперь нужно просто подключить включенный телефон к компьютеру. Когда подключаете его к компьютеру, вот подсоединили к компьютеру, переходите в режим OVI на телефоне. И тогда он увидит вот здесь, вот видите, ваш RM подключенный. Включаемся на него. Идем теперь в файл и скан продукт. И смотрим внизу. Идет сканирование телефона. Вот, все, телефон просканировался. Теперь идем флешинг и фирмвара апдейт. Здесь уже вы видите, продукт код выбран, то есть телефон считался, продукт код выбран, и не нужно ставить галочку DITFON. И вот идем в Option, видите, красная полоса, ее нужно удалить и нажать ОК. Иначе выдаст ошибку, то есть телефон не прошьется вот из-за этой. То есть это ошибочная запись. Все, и нажимаем просто SV Reset, и прошивка пошла. Вот именно для N8 и C7 вот этих телефонов нужно нажимать не Refurbish, а SV Reset. Все, теперь просто дожидаемся окончания прошивки. Сейчас телефон зайдет в тест-мод. Самостоятельно перезагрузится в прошивочный режим, пойдет прошивка, потом завершится, когда прошивка, телефон автоматически перезагрузится. Все, дожидаемся окончания процесса. Главное, чтобы в этот момент не оборвалась связь, не каким-то образом, ну не села батарейка, не оборвалась связь с ПК, не выключился компьютер, ибо потом поднять его будет в таком случае нереально. Все, прошивка завершена. Телефон пошел перезагружаться. Итак, телефон перепрошился. Теперь мы сейчас просто удалим одну программку. Называется она F-Secure. Я ее всегда удаляю. Ибо. Эта защита совсем не нужна. С первого раза бывает не получается. Держим долго. Удалить. Ошибка. Еще раз. Ничего не происходит. Завис. Ошибка. Ошибка.
Вот. Это подтверждает мысль о том, что терпение и труд все перетрут. Программа удалена. Итак, ребята, всем спасибо за внимание. Ссылочка на видео в мертвом, прошивки в мертвом режиме этой же модели телефона я отдам где-то здесь на экране. И смотрите это видео и подписывайтесь на канал. У нас много очень полезных инструкций, которые пригодятся в жизни. Но вот сама пиктограмма, вот видите, не удалена. Еще раз, пока, всем счастья, удачи и хорошего настроения.